Всем привет! Хотелось бы вам сегодня рассказать о том, что такое выкупной лизинг и что вам не обязательно продавать свою собственную машину, чтобы иметь оборотные деньги у себя в компании. В общем, что такое выкупной лизинг? По факту, это вы имеете автомобиль, например, в автопарке своего юрлица, или это ваш собственный физический автомобиль, ну, на физлице в смысле. Легковушка, грузовой, там, коммерческий транспорт, спецтехника, вообще не важно. Вам нужна, например, оборотка, и вы, чтобы не продавать эту технику, потому что она у вас работает, просто берете, звоните в банк, оформляете заявку, оцениваете машину и получаете на нее лизинг. Вы, то есть, переоформляете ее с себя на банк, она становится имуществом банка, вы как лизингополучатель. Пользуйтесь этим автомобилем и получайте деньги. Это очень сильно выгодно, и это вам не нужно ковыряться и продавать технику, получать эти бабки, потом искать ее заново, если вам нужно еще купить. У вас техника работает, зарабатывает деньги, а она у вас в лизинге. Опять же, и все преимущества лизинга туда же. Вычет НДС, вычет это все из расходов. То есть у вас машина не висит на балансе, она у вас еще и там помогает как-то скостить налоги. И работает, и у вас есть деньги за нее. Поэтому выкупной лизинг – вот очень хорошая замена в целом просто выкупу автомобилей. Требования к выкупному лизингу у большинства банков примерно одинаковые. Это как и про лизинг с нулевым авансом. Все просто. Это вы, у вас ООшка, ИПшка старше полугода. У вас нет банкротства, у вас либо пустая кредитная история, либо адекватная кредитная история. У вас хотя бы должны быть обороты. С нулевыми оборотами мы тоже подаем, в целом это можно сделать, но лучше, чтобы у вас были обороты. И возраст техники от разных банков зависит по-разному, но по нашему опыту, вот, например, там, в разные банки, там, Газпром или Альфу, технику можно сдать там, вообще старую. И поэтому вы можете, там, я не знаю, чуть ли не все свое поздавать и иметь деньги, наоборот, расширять бизнес и спокойненько выплачивать себе авансовые платежи лизинговые. Это все рассматривается достаточно быстро. Там в течение одного дня можно получить одобрение, если у вас нет никаких проблем. Если есть проблемы юридической части, там вам назначится как-то коллегия. Как они там это делают? Короче, на собрании это все решают, отдавать вам или нет лизинг. Это действует на любую там технику, вы можете и собственную легковушку сдать. Часто так люди делают в конце года, там берут, пересдают сами себе ее в лизинг, чтобы получить вычет НДС, вычет налогов и вот это вот все. Поэтому как-то так, справку я вам выдал. Надеюсь, вы будете знать. Это очень штука выгодная по сравнению именно с выкупом автомобиля и продажей своего автомобиля. Вы оставляете машину и оставляете у себя деньги. И если вам нужен такой выкупной лизинг, обращайтесь, поможем вам оформить без первоначального взноса или с первоначальным взносом по самым лучшим условиям. Мы работаем со многими банками. При необходимости нужно сделать экспертизу. Вопросов никаких. WhatsApp в описании. На сайте еще этого нету. Это новая услуга. Пишите мне, рассчитаем вам лизинг вообще бесплатно, без проблем. Если нравится эта информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, вообще нужно это записывать или нет. Я просто беру из головы материал, который, мне кажется, интересен вам, интересен моей аудитории, и рассказываю вам. Возможно, вы уже знали, что такое выкупной лизинг. Если не знали, будет вам полезно. Как-то так. Всего доброго. До следующих видосов.